Я бы хотел услышать, у меня есть информация о том, что Красноярская железная дорога собирается передать там бассейн, локомотив на баланс города. Я бы хотел узнать, у нас в этой статье уже предусмотрены эти деньги, которые у нас будут на содержание этого бюджетного учреждения. Да, это не бассейн, не спортзал, это называется спортивный комплекс станции Ачинск. Цена вопроса содержания этого комплекса 11 400 000 рублей. Мы обратились в Министерство финансов, этот вопрос находится на рассмотрении там, чтобы это были краевые деньги. 21-м. Я еще дополню, этот вопрос сейчас находится в работе, там речь идет о безвозмездной передаче в город, но на сегодняшний день там есть большой вопрос по техническим документам, по наличию технических документов, по вводу в эксплуатацию данного здания. Поэтому вот этот вопрос находится в работе, будет решен дополнительно сообщим. Потому что пока сейчас это все в работе.